Пожалуйста, только по теме конференции. И они мне говорят, ты же вообще под конторой. У нас газеты не читали никогда. Журналисты служат обществу. И начальник полиции выходит и проводит брифинг. У нас это все сливается. Да, но я об этом написал первым. Вот, давайте так. Ну, вы знаете, брать деньги и кого-то очернять за это, я считаю, это, ну, это такая плохая карма. Друзья, в эфире «Just Совпад», меня зовут Динара Саджан, и сегодня у меня в гостях два известных казахстанских журналиста, которых я уважаю. Гульнара Башкенова, основатель Орда KZ, это новое СМИ у нас в Казахстане, год назад открыли, и Михаил Казачков, газета «Время» и «Телеграм», Казачков Офсайт. Я не буду второй раз про известных людей шутить, ладно? Могу пошутить, что ты вот вредничаешь? Скажи. Нет, достаточно одного раза, да. Друзья, я пригласила вас поговорить о новых медиа, о журналистике. И вот, Гульнар, у меня к вам вопрос. Вы ровно год назад основали свое СМИ, Орда KZ. Я вас поздравляю. Сегодня у вас сколько подписчиков, сколько читателей? Ну, мы достигли в месяц миллиона. То есть вышли на плата. На сайтах не бывает сразу все ровно, то есть у нас были падения, там плет, но какой-то момент, да, мы месяца три, я могу уже сказать, что миллион достигли. А сколько человек сейчас у вас работает? 20. Ну, мне очень нравится. Но это не все журналисты. Не все журналисты? Нет, то есть у нас еще продакшн, мы снимаем на ютубе репортажи, мы делаем. У нас там уже просмотры по 600 тысяч наших репортажей. Вот кто к вам приходит на работу? Кого вы берете? Вот если бы мне было там условно 18 лет, я бы с удовольствием пришла к Гульнаре Башкеновой, потому что есть чему поучиться. Вот кого вы берете? Мы берем всех способных, мотивированных, заряженных. Это не зависит от возраста. Вот к нам приходят как студенты. У нас есть студенты, которые учатся. Вот мы сейчас два студента, они такие способные, с лета работают у нас, мы их сейчас оформили на полставки. Угу. Вот, ну, плюс гонорары, потому что они еще учатся. Вот, приходят опытные журналисты уже с очень большим бэкграундом. И плюс на фрилансе, наверное, да? Авторы, да. Авторы есть. Авторы, да, которые сотрудничают с нами. Да. Миш, нужно идти сейчас на журфак, чтобы Нет, стать журналистом? Не нужно совершенно. Для того, чтобы стать журналистом, надо поработать в редакции. Какое-то время, в принципе, там, кому как нравится. Зависит, в какой редакции? На Хабаре, там, на 31-м, в Орда, KZ? Или в То есть мы сразу, да, начинаем? Да. Не, конечно, зависит. Ну, то есть, это же выбор, да, у каждого. Вот у меня пару лет назад один мой друг, значит, пришел с просьбой, вот у его друга есть внучка или дочка, которая хочет стать журналистом. И он говорит, ну вот как вот ей это сделать? Ну, я с ней там поговорил два раза, и, может, три. Она не хочет быть журналистом, ну, в той сфере, в которой я работаю. То есть она хочет быть журналистом там, в каком-нибудь глянцевом журнале. Да? Вот это ходить на мероприятия, пить там вино из бокалов с длинной ножкой или ручкой, неважно. И как бы вот... Там, ну, глянец ей нужно. И что-то вот писать такого, да? Что-то вот такое писать. То есть я не смогу ей помочь, например, да? То есть я не смогу ей... Если человек хочет только пить вино, может, вообще не надо идти глянуть? Ну, вот, там есть много других профессий, где не, ну, я как-то на мероприятия, я так понял, что... И поэтому тут, наверное, человек должен сам понимать, что он хочет. Потому что я, например, начинал в спортивной журналистике, поэтому пошел в спортивную редакцию. Да, мне это было интересно очень сильно, я этим болел. Вот, и, как мне кажется, ну, меня там многому научили. Да. Ну, у нас есть такое там... Обывательское мнение, там, что там, условно там, на Хабаре нечем учиться, да, там, выключите Хабар или включите Хабар, вот эта шутка есть, да, там, я хочу забыться. Вот, ну, мне кажется, что там тоже делают хорошие новости, там у них есть там, сейчас передача по расследованию, например, тоже очень хорошая. То есть, поэтому я говорю, человек должен сам понимать, что он хочет, да, кем он хочет стать. Ну и причем не проблема, если он там в процессе вот этого обучения вдруг передумает, да, то есть и захочет тоже пойти в глянцевый журнал. Это тоже... Гульнара, а вы как думаете, нужно идти на журфак? Образование обязательно нужно, потому что журналист, это я даже говорю там, своим сотрудникам, вы знаете, журналист прежде всего, он должен быть умным, как минимум, человеком. То есть вот если человек как-то глупый, у него узкий кругозор,
такое узкое мышление, то ему вообще в журналистику нельзя. Потому что как минимум человек должен быть умным. У него должно быть такое очень четкое мышление. Образование, оно оттачивает ум. Оно дает знания, расширяет кругозор. Но должно ли быть это именно журналистское образование, это уже выбор. Понимаете, я считаю, что если уже есть какое-то профориентирование в начале, то, например, молодой человек понимает, что он бы хотел заниматься журналистикой, ну, например, юриспруденцией юридической. Я бы посоветовала поступать на юрфак. На юрфак, но работать при этом уже в редакции, там начинать стажироваться, писать, даже вести блог. Если он хочет быть медицинским журналистом, ну, медицину вообще, он может пойти на медицинский, он может научным, там, сайенс-журналистом, там, на биофак. То есть это не обязательно, на исторический можно пойти, на филологический, это не обязательно должно быть, должен быть журфак. Но, с другой стороны, на Западе, там, если вы зайдете в Нью-Йорк Таймс, да, у них в редакции, они в основном заканчивают школы журналистики, там, может, это может быть Гарвард, Колумбийский университет, потому что кроме фундаментального образования, без которого ты, ну, ты маргинал, ты ничего не, и это всегда видно. Есть очень журналисты, они могут быть известными, но на человека смотришь, ты видишь, что это маргинал, он малообразован. И это всегда, к сожалению, видят даже там политики, какие-то большие бизнесмены, к которым идет этот журналист, и они видят, что этот человек, у него низкое образование, он такой маргинальный. Да, он там пронырливый, он чего-то там достиг, но вот эта вот ущербность образования, она заметна, потому что поэтому я советую учиться. Себя образовывать, поднимать постоянно свой skills, да, читать книги. Вот. И школа журналистики, если есть хорошее журналистское образование, то можно идти окей, на, и в школу журналистики. В Казахстане проблема, что наши журналистские именно факультеты их очень критикуют, за очень низкую квалификацию они дают. То есть я сама сейчас оценку не буду давать, потому что у нас как-то цель, мне кажется, не это. Да, но если есть хорошие школы журналистики в стране, идите в школу журналистики. Ну, вот Миша, я могу сказать, что я журналист-маргинал. В смысле, я не скрываю этого, у меня не очень хорошее образование. Ну, в смысле, у меня журфак. Я этого не знала. Вот. Мы обсуждаем какие-то вещи. Мы же вообще учились. Мне кажется, вы про меня говорили. Признаваться журналист-маргинал, я не знаю, в смысле. Я действительно пронырливый, я действительно там... Что-то куда. Ну, я действительно многих вещей не знаю. Ну, смотрите, ты пожалеешься, ты пожалеешься. Вы этим гордитесь, и вы хотите сказать молодым людям, вы тоже не учитесь, нет, ничего нет, не знаете. Нет, будьте... нет, я говорю о том, что... Я про ваше образование вообще ничего не знаю. Нет, я говорю о том, что... Но советовать молодым людям не учиться, нет. Нет, я говорю о том, что высшее образование, вот в том виде, в котором оно сейчас существует, вот это классическое, не классическое, как его правильно назвать, оно... Совершенно не нужно, потому что дети там 11 лет учатся в школе общеобразовательным предметом, потом они идут там на условный журфак, филфак, истфак, еще куда-то. И еще 2 года занимаются общеобразовательными предметами. Зачем? Зачем вообще учиться? Научиться читать, нет, писать? Нет, зачем это бесконечно? Но мне кажется, мы сейчас уходим от темы. Нет, у нас на журфаке образование тогда мучились люди там, с русским языком, да, там не могли его сдать. Там, да? То есть там... то есть, как нет, мне кажется... мы учились с Мишей вообще в одной группе. Мы учили японский, турецкий. Нет, я говорю, вот у нас сейчас можно высшее образование условно, вот это. Это там бравада, да, типа я маргинал, я ничего не знаю, я вообще. Я плохо учился. Я плохо учился. Книжек я читал много, но я не об этом. Ну вот смотри, можешь? Не, я хочу мысль закончить. Я говорю о том, что сейчас высшее образование, его можно все уложить в 2 года. Сейчас нет смысла там 4 года, 5 лет тратить на то, чтобы опять проходить программу школы и только после этого переходить к каким-то специализированным предметам. Я согласен, есть профессии, где нужно учиться долго, дотошно. Это вот врачи, например, да? Там инженеру нужно, летчику нужно хорошо. Хотя летчики тоже, знаете, они там учатся в школах спокойно на Западе, то есть там не тратя на это там 5 лет, да, как у нас, да, в есть академии. Курсы. Да? И им дают пилотское удостоверение, они летают, да? То есть это подход. Вот как учили советских летчиков в советское время, да? Они 2-3 года учили, как этот самолет собирать, разбирать, какая гайка куда подходит, потом они начинали летать, да? Как учились летчики американские во Вьетнаме? Их вот так выставляли, строили, говорили, кто ездил на мотоцикле? Он говорит, я бы ездил. Все, иди, за месяц взлет-посадка и полетели. То есть это... То же самое и с высшим образованием сейчас. У него есть профессии, где бессмысленно просто тратить, вот я считаю, бессмысленно тратить 4 года
на то, чтобы стать журналистом. Это абсолютная глупость. Ну, смотри, мое мнение, да, я поступила в КСГУ, на журфак, мы учились с тобой в одной группе, я сразу начала работать. То есть в университете я получала какую-то теорию, нетворкинг, сообщество, да, а затем я шла на практику, снимала сюжеты, монтировала их, и мне это нравилось. Может быть, сейчас тогда стоит получить все-таки этот диплом, да, и выбрать себе ментора, выбрать себе учителя. Это вообще проблема образования как-то. Это очень большая отдельная тема. Как сейчас мы можем говорить о том, школа современная, высшие институты, университеты, в том виде, в каком они есть, не устарели или не. Это совсем другая тема. Я не готова ее обсуждать. Смотрите, если смотреть на ваш бэкграунд, да, Гульнар, у вас вы прошли большой путь, да? Вы работали в разных СМИ. Вот сейчас вы основали свое СМИ. Но вы бы стали Гульнарой Башкеновой, если бы вы не проходили этот путь? Конечно, бы не стали. То есть это же нужно пройти какой-то путь. А сейчас, например, вот я смотрю на молодежь, они реально в растерянности. Вот кто у меня спрашивает, студенты, они говорят, куда нам идти? Я говорю, идите в новости. Идите в новости, в новостях вы научитесь работать с информацией. Да, да. Каждый божий день ты будешь снимать сюжеты, и ты чему-то научишься. С этим я согласна, потому что я мастер-классы, когда если меня приглашают, я первое говорю, что журналист, я говорю, даже если вы хотите работать там в глянце или хоть где, ньюсрум лучше пройти вот эту школу новостей, mm-hmm. когда ты, ну, как минимум год-два, это вот каждый день, да, работать с информацией, с источниками, с интервьюерами, с комментаторами, это очень важно. Я вообще считаю, что в журналистике новости это вообще основное. То есть все остальное это там, то, что у нас называют там расследованием, там еще чем-то там, это такая штука, это все-таки основное, что нужно, что должен делать журналист, он должен найти информацию и ее передать. Вот это его работа, то есть сообщить новость. Вот так интересно, я живу в Нур-Султане и знаю, что на левом берегу все читают телеграм-каналы Миши Казачкова, Гульнара Башкенова, Ербола Едилова. Да? Почему сейчас... Ну вот есть очень большое количество СМИ, да, есть госканалы, на которые выделяются огромные деньги. Но люди все равно вот выборочно, да, выбирают себе людей, ньюсмейкеров, которые дают им, поставляют новости честные, объективные. Почему вы это противопоставляете? То есть это же не значит, что человек, если читает Каточкову, Башкину, он читает СМИ, он читает, он что? Нет, он читает, конечно, и тенгри. Если он совсем, вот, ну как, ему совсем, вот, ну не знаю, он питается только гамбургером, он может читать только вот телеграмме, окей, ему этого достаточно. Но он читает, кроме этого, СМИ, то есть он читает еще в Инстаграме, он кого-то выбирает, в Фейсбуке, там, в Телеграме. У нас постоянно идет противопоставление. Ну, нормальный человек, он не ограничивается только этим, ему этого формата недостаточно. А почему ему интересно? Ну, как я тоже на кого-то подписана, вот мне сказать, почему? Да, мне как, мне это важно, так я раз посмотрела. У кого-то мне интересно их мнение, у кого-то интересны инсайды, да, у кого-то там какие-то даже сливы, можно сказать, тоже важно, да, там, я читаю, я никогда этого не стесняюсь, есть анонимные, но сейчас уже их не осталось, такие влиятельные каналы, у которых очень видно, что очень-очень влиятельные источники, да, но это... Были. И что? Это одно... Почему это противопоставляется? Ну, вот читают и читают. Но я могу сказать, что Стивен Кинг говорил, что его книжки – это бургеры. То есть он говорил, я не претендую на звание там, какой-то суперкрутой литературы. Хотя да? У него хорошая. Да. Хорошая книга. Он говорил, что это вот прочитать, съесть, короче, и все. И там можно забыть, а можно не забыть. Мое мнение, что сейчас просто, во-первых, очень мало времени, да, на все на это. То есть очень мало времени на то, чтобы там, смотреть телевизор, например. То есть ждать вот там в 9 вечера на КТК выйдут новости, и вот там что-то расскажут, да? Да, потому что с утра уже все знаешь. Нет, ну просто нет, людей времени нет, да? И второй момент, как мне кажется, эти инструменты новые, о которых Гульнар тоже говорил, там Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, их придумали для того, чтобы быстрее доставлять информацию к людям. То есть почему Телеграм удобен? Тем, что уведомление тебе приходит прямо на телефон, и ты видишь, вот это там что-то вышло, да? И ты можешь сразу там смахнуть и прочитать. То же самое. И плюс прокомментировать еще. Да, можно прокомментировать. То есть с новостями это очень удобно, когда человек следит, отслеживает ситуацию, особенно на левом берегу, где они все любят это все, да? И я не скажу, наверное, это не совсем правильно будет говорить, что аудитория разленилась. Мне кажется, что просто это вопрос комфорта, да? То есть комфортнее человеку. Ну вот, например, я работаю в печатном издании, да, в газете.
И у нас до пандемии были достаточно высокие тиражи. Потом, когда акиматы начали говорить, что типа через бумагу передается коронавирус, и ездить и закрывать типографии и ларьки, там, конечно, тиражи просели. Но все равно у нас остается ядро людей, которые читают газету. То есть это, конечно, это люди в основном старшего поколения. То есть те, кто читает газету в бумаге. Там, я помню, я делал интервью с Кайратом Келимбетовым, он говорил, новости я читаю на смартфоне, а вот большой материал мне нужно, чтобы у меня в руках была бумага. Да? То же самое вот у меня, например, восприятие. Книги я читаю только в бумажном виде, я не могу их читать там на экране там, какого-то устройства или компьютера. Да? То есть, но у газеты «Время» есть сайт. И да. То есть, если вы взяли интервью у Келимбетова, вы дали ссылку в своем телеграме. Но интервью же вы в своем телеграме не размещаете. Человек идет на сайт, чтобы прочитать интервью. Но если человек совсем тупой, если ему совершенно вообще ничего не надо, он говорит, Келимбетов сказал то-то и то-то. Но ему же хочется узнать, что именно сказал. Он заходит на сайт и читает. Не-не, я о другом говорю. Я говорю еще о восприятии Келимбетова. Нет, я отвечаю, продолжаю мысль, Келимбетова, то, что ему нравится читать. Ну, то есть, это человек старой формации, и он читает газеты. Да? Ну, это про носители. Не знаю, правда, тогда он был председателем Нацбанка, он уже после этого, наверное, мне кажется, что это просто в официальных СМИ. Газета, бумага. Или... То, что я могу прочитать в официальных СМИ, да, и, скажем, там, на популярных сайтах, это, ну, как бы одна и та же информация, которая дается там на телеканале «Астана», на «Хабаре», в «Тенгри», там, в «Законе», в «Нуркизе», да еще? Нет, не одна и та же информация. Ну, это может быть разная подача, вот, но когда ты заходишь в Телеграм, вот у вас, например, да, и у Гульнары, и у Миши, всегда какая-то другая информация. Мне кажется, люди заходят в поисках все время какой-то другой информации. И у вас, и у Миши я читала в комментариях, что после того, как почитаешь вот то, что вы пишете, вообще хочется там уехать из Казахстана. Там, особенно у тебя, Миш, часто. Нет, ну я, кстати, я согласен с тем, что новости у всех одинаковые, да? То есть это момент такой, что все, в принципе, передают одни и те же сообщения. Там, условно, Цой сказал, что... Я не знаю, что он там сказал в последний раз. Кто-то дает первым, кто-то... У нас, тем более в Казахстане, вообще там митинг идет, это дают только 2-3 СМИ, а у других вы никогда этого не прочитаете. Это просто средство коммуникации еще одно, да? Я подписана в Телеграме, там, например, на BBC, там, на CNN, да, на Орду свою родную, еще на казахстанские сайты. И это быстрый такой поставщик. Ну, я смотрю, вот заголовок, так сюда я зайду, почитаю, сюда не зайду, сюда зайду. И еще очень важный момент. Что-то происходит, да, мы заходим там куда-то в Facebook, Twitter, Telegram, чтобы узнать быстро. Потому что, но мы там смотрим ленту, и чтобы прочитать новость, мы идем на сайт, на СМИ. Понимаете? Я не буду это читать у какого-то Пупкина новость и сказать, все, мне этого хватит. Ну, там произошло что-то страшное, теракт, да? Я прочитала у Пупкина, он мне рассказал все у какого-то. Но вам нужно перейти в официальные СМИ. Да, конечно. И сайты ложатся в эти моменты. Потому что все Динара бегут на сайты. Вы знаете, что в какие-то моменты сайты даже очень не сильные. Не выдерживают. Они не выдерживают, потому что все бегут туда. Никто не бежит к Ерболу Идилову или к Башкеновой в Телеграм узнать, что же произошло. Они идут в средства массовой информации, которые ответственны, которые... как работают и создают информацию, пишут информацию. Что касается, например, даже моего телеграмма, свои мнения. То есть в телеграмме это такой snap judgment, я быстро пишу, но если у меня назревает высказывание, я в телеграмме не работаю с аргументами. То есть мнение без аргументов, оно очень мало стоит, вообще ничего не стоит. Но когда я пишу публицистику, когда для меня важно то, о чем я пишу с аргументами. Я пишу, опираясь только на факты, на аргументы. Я обосновываю каждое свое суждение. Но сколько времени у вас уходит на написание? День-два, Динара, понимаете? На пост в Телеграме у меня уходит минут 15, ну полчаса от сил. Да нет, наверное, минут 10-15. Колонку свою пишу я день-два. Потому что я опираюсь, и как я работаю там со словом. Каждый свой аргумент я обдумываю. Я не могу просто написать, я так считаю. Понимаете, как пишут в социальных сетях люди. Я так считаю, я пишу, почему? И если у нас еще что проблема, я почему горячусь? Потому что у нас газеты не читали никогда. Вот в 90-х годах, вот 2000-й год, я поехала по учебе в США. Ты заходишь там в кафе утром, и первый раз я была поражена. 7 часов утра. Я захожу позавтракать, и там как веер, там, знаете, вот, там 25-30 столов, за каждым люди сидят с газетами. Пьют кофе, и газеты все читают, прям вот только что газета вышла, они ее читают.
В Москве, в метро тоже 90-е. Спускаешься и тоже раз. Все, вот вагончик газеты. Все. Сейчас немножко другая ситуация, потому что там с гаджетами. Да, с гаджетов читаю. В Казахстане было такое? Никогда. В Казахстане единственная газета с большим тиражом — это была «Караван». Потом появилось «Время». Это таблоиды. Такие газеты, больше газет у нас таких качественных, которые хотя бы достигали тиража 10 тысяч, не было, Динара. У нас низкий уровень вообще чтения, потребления и образования. Поэтому не надо фетишизировать то, от чего надо страдать, это прискорбно. И именно вот социальные сети, их такой фетиш, он лег хорошо именно на общество, где низкий уровень образования. Это вот в Нигерии, там я читала статью большую, там только началось развитие образования, письменности. И там это все легло, потому что сначала компьютеры, там очень быстро развились мобильные, именно мобильный интернет. А в мобильном интернете мы пишем же очень коротко. И там сейчас в итоге письменность вся свелась, люди не умеют писать, они могут писать только там обрывочные короткие предложения. Там никогда не будет великих писателей тогда. И у нас, мы не читаем, мы народ, у которого еще очень короткая, да, такая память письменности. У нас не было письменности. И нам надо было бы еще развиваться, а тут раз и ударил вот этот вот интернет. Да? Угу. Если сейчас мы это будем поощрять, говорить, о, да-да, читайте только вот эти вот обрывки и пишите эти обрывки. У нас люди эссе не пишут. И вы знаете, что в англоязычном мире люди, начиная с первого класса, пишут эссе, пишут. Каждый день они пишут эссе. И у них потом рождается у них литература, у них там писатели, у них публицисты. У нас этого ничего нет. Сидим в соцсетях и этому радуемся. Не надо этому радоваться, от этого надо плакать. Миш, кто твой источник информации? Знаю, кто тебе сливает всю информацию? Ильдар писал, что силовики. Я на контору работаю. Конечно, на контору. На спецслужбы, да. А что там было? Что-то я обозрилась? Не помню. Не, на самом деле... Не, ну это силовые органы у нас. Не, я скажу так. Не, ну он с вами дружит, да? Нет. Ну не работает, наверное. Первое. В понедельник или во вторник я встречался с ребятами из Антикора, мы с ними кальян курим обычно. Антикор дают, но они пьют, я ходят в баню, говорю, потом те им дают информацию. Нет, я не хожу. Ну это хороший способ кальян покурить и получить информацию. И они мне говорят, ты же вообще под конторой. Я говорю, ну а почему вы так считаете? Они говорят, ну там типа вот так говорят. Я говорю, а почему я тогда на вас трачу время, да, чтобы от вас получить какие-то сведения. Ну, логика какая, да? Зачем? Если они там же могут вообще все дать, да? Вот. Вообще у нас самый крутой источник информации, который только может быть в стране, это есть один орган, Совбез. Потому что через него идет все вообще. У меня одно время одноклассник там сидел, это просто было золотое для меня время. Например, про то, что Баян Есентаеву ударили ножом, я узнал из Совбеза. То есть потом мы уже ездили, подтверждались на месте, но она по сводке прошла там. То есть, поэтому, мне кажется, самым крутым журналистом в стране будет тот, у кого будет возможность с секретарем Совбеза, например, там, переписываться каждый день. Вот. Тогда у него будет просто огонь. Гульнара, вы тоже дружите с силовиками, с кем-нибудь ходите тоже кофе пить? Нет. Но вы же тоже как-то собираете информацию. Вообще, как нужно собирать информацию? Это вот сейчас мы можем по-разному относиться к этому, но это его ход. Это его метод. Это вообще отдельная тема для разговора. Я, то есть, когда вот тоже на тренингах была, это в 2016 году, спросила у главы отдела расследований Вашингтон-Пост, является ли полиция для них источником информации. Он говорит, знаете, мы с ними не являемся одной командой. То есть я могу, когда веду какое-то расследование, там, встретиться, выпить чашку кофе, что там разузнать, но я точно знаю, что он мне не даст ничего. Он мне не даст ничего важного. То есть я знаю, что он хочет меня использовать, а я хочу его использовать, но мы никогда не будем командой. У нас это столкновение интересов. И есть в Казахстане другая ситуация. У нас силовики любят использовать журналистов. Я не знаю, как меня используют, если честно, потому что, например, когда я пишу о том, что там задержали Алмаса Абдыгапарова, да, то есть это... Город это обсуждает там 2 дня, да? Просто у меня нет вот подтверждения этому. А если у меня нет подтверждения, я не могу об этом написать. И вот в итоге я это подтверждение там во второй половине дня получаю, да? И вот я об этом пишу.
То есть там, и потом это может там новость недели, да, все это обсуждают, а что случилось, как попало. То есть есть такая, короче, такая есть дискуссия, которую вот там Олег Кашин очень любит, да, там, что типа вот эти какие-то информационные сливы, как они, их же делают в чьих-то интересах, да. Ну, как мне кажется, это просто вот неравнодушные люди, то есть те, которые действительно тоже хотят порядка в стране, да, имея доступ к каким-то сведениям, они ими делятся. Не, даже не для того, чтобы там дружить с кем-то там, или еще что-то. Потому что, ну хорошо, вот простой пример. У меня выходит материал о том, что двух следователей Департамента экономических расследований в Актюбинской области уже полгода их там то закрывают следственный изолятор, то выпускают. То закрывают, то выпускают. А у них ситуация такая. В отношении обоих есть заявление, что они якобы там брали деньги, да, у уже людей, которые ранее судимые, и которых, в отношении которых сейчас есть дело. И вот на каждого написали заявление. И там смешная такая ситуация. Приезжает, значит, собственная безопасность из Астаны, вот агентство по финансовому мониторингу, и они говорят, нафиг закрывать их. И этих ребят сажают, да. Потом прокуратура берет, смотрит, говорит, да ничего же нет у вас, только показания одного человека. Как вы можете его закрыть? Да? Отпускайте. Его выпускают. Он идет на работу. Потому что он не уволен, ничего, он идет на работу, работает дальше. Теперь следователь, который ведет его дело, он говорит, а вот у нас еще есть факт, и опять его водворяет. Да? То есть моя мотивация в этой истории, почему я об этом написал? Потому что так не должно быть. Я прекрасно понимаю, что люди, которые со мной поделились этими сведениями, конечно, у них там может быть там желание, чтобы это дело было прекращено, да, чтобы там обратили как-то в столице на это и, ну, посмотрели по-новому, да, что там нет доказательств этой вины. Но как это работает? Вот ты написал, и сразу есть реакция. А это зависит, на самом деле, от сложности дела. Да? То есть, если это такая одноходовая тема, ну, там, кому-нибудь в торговом центре дали по башке, да, условно говоря, там, обидели ребенка, да, они сразу поедут, найдут. То есть, в таких случаях это моментально работает? Это происходит, да, быстро, потому что это несложная тема, да, но то, что касается там, как, там условно, там, ну, люди находятся в расследовании там, полгода, да, конечно, они не пойдут прекращать его только потому, что там какая-то статья где-то. То же самое и с судебными материалами. То есть я нахожусь в судебном процессе, я пишу там про дело зама Акима Атырауской области. 3 или 4 я материал написал. Там действительно интересная тема. Там не доказывается взятка, очевидно, не доказывается взятка. Потому что взятка — это когда тебе дали деньги или там, я не знаю, машину подарили, да, а ты взамен что-то сделал им, или отвернулся, например, да, и они мимо тебя там пронесли что-то. То есть это либо действие, либо бездействие, которое ты выполнил за вознаграждение, да. У Таубаева этого нету, он никак не мог повлиять на ситуацию. То есть есть ТШО, которое заказывает строительство больницы, да, у больницы у ТШО с подрядчиком есть договор, они уже все, у них все, сумма утверждена, все, он уже оборудование начал покупать, он уже там начал оплачивать какие-то виды работ. Теперь появляются чиновники, которые начинают с ним эту тему обсуждать. И вот Антикор приходит к выводу, что он мог повлиять на расторжение контракта, то есть добиться того, чтобы подрядчика убрали оттуда. Да? Но это же нужно перепроверить, правильно? То есть вытаскивают людей из ТШО и спрашивают, скажите, зам Акима к вам приходил с такими вопросами? Он говорит, нет, не приходил. А раньше вообще местные власти к вам приходили с такими вопросами? Он говорит, нет, не приходили. А раньше бывало, что вы убирали подрядчика по просьбе местных властей? Он говорит, нет, не было. А как это происходит? Он говорит, у нас есть деньги в рамках благотворительной программы. Мы их выделяем, что-то строим, потом отдаем области. Все, дарим. Там нету госоргана. То есть эти чиновники не могли никак повлиять на ситуацию. Соответственно, у них там либо мошенничество, да, то есть они обманывали этого человека, либо у них злоупотребление должностными полномочиями, я вот не знаю. И вот, когда я пишу об этом, я не пытаюсь воздействовать на суд, я пытаюсь просто показать людям, что у нас, и вот так тоже бывает, что человека могут судить не за то, что он сделал, да, вот и все. То есть нет задачи там написать, чтобы там освободили этого Таубаева, отпустили домой. Я, например, считаю, что, ну, наверное, скорее они совершили мошенничество, вот мое мнение, да. То есть они должны получить наказание за мошенничество, а не за взятку. Ну, это дела, которые вы просто им занимаетесь. У Динары был вопрос, если про источник. А про источник, как я все-таки хочу еще рассказать свои мысли. Я не против того, чтобы журналисты там занимались чем-то. Но у нас все равно есть проблема коммуникации прежде всего. Когда не только полиция, там, комитет, антикор, но и наше там, правительство, да, вообще наши органы, они взяли на вооружение этот метод сливов.
потому что они не проводят пресс-конференции, на которых ты можешь задавать любые вопросы. Они не проводят брифинги. Вообще на Западе там произошло громкое преступление, начальник полиции выходит и проводит брифинг. У нас это все сливается. Почему? Это уход от ответственности. Они таким образом не берут на себя ответственность и действуют через какие-то точечные сливы. Это все неправильно. Это очень вредно. Ну, я тут не согласен, потому что... Но если бы такие брифинги были бы, это было бы круто. Не, я с этим не согласен. Нет, брифинги-то проводят. Что-то там, пресс-релизы рассылают. Они, там, ну, да. ВСК проводят. Они проводят, нет. Знаете, как вот, например, недавно начальник полиции Алматы проводил пресс-конференцию. Тема была: вы можете задавать только вопросы развития Алматы. Начальник полиции, наружные камеры. Так к нему куча вопросов. Сколько было громких преступлений, сколько было резонансных всяких событий, да? Ничего ты не можешь задать, только развитие Алматы. Это, но потом у них будет в галочке, что они провели пресс-конференцию «Слышащие государства». Понимаете? То есть это проблема коммуникации. И вот это вот они освоили сливы. Вот, если вот и это произошло не недавно. Да. Угу. Это произошло, вот даже, вот смотрите, вот было громкое убийство. Там Рахат Алиева, вот этот вот, это все преступление, когда менеджера, да? Вы помните, хоть одна была пресс-конференция по этому поводу? Когда брифинг, он вышел так. Вообще, ведомство, которое проводило расследование, оно должно было выйти к журналистам, где задавались бы вопросы. Но это же надо на это иметь смелость, потому что ты же должен отвечать на вопросы, на все вопросы. Нет. Поэтому что они делают? Они делают позорный фильм, как слив, и публикуют его в этом, в КТК, на КТК, где озвучка идет как из бочки, и там рассказываются подробности этого преступления, там следствия. Представляете, место пресс-конференции, на которой ты можешь задать вопрос. К чему это в итоге приводит? К тому, что до сих пор есть люди, очень много людей, которые не верят. Кто будет верить такому вот государству, которое вот так ведет коммуникации? На самом деле вот этот фильм, это был слив тоже. То есть и вот эти сливы, они приводят к тому, что не верят. Недоверие. А помните, был кейс, когда Багдад Кожахметов работал официальным представителем МВД, и он как раз, я помню, его попытки вот проводить такие брифинги. Я вас немножко перебила, вы сказали, а что будет, если ты все-таки задашь? Задавали. Пожалуйста, только по теме конференции. Пожалуйста, все вопросы. Это не относится к теме конференции. Ты начальник полиции, ты слуга народа. С какой стати тут должна быть очерчена тема пресс-конференции, которую ты проводишь раз в год? Миш, ну ты же общаешься с полицией, да, алматинской. Человек в теме, владеет предметом, да, может спокойно отвечать на любой вопрос. Почему? Не знаю, поэтому он не в теме, поэтому не хочет. Мне кажется, наоборот, но он же должен быть в теме, он все, что там резонансное, точно. Давайте начнем с того, что у Таймерденова проходят брифинги со СМИ, где он отвечает на все вопросы. Я сам в них принимал участие. Они не приглашают туда всех, это не открытая пресс-конференция. Я не знаю, это с чем связано. Недавно Мамин проводил круглый стол, пригласил журналистов, и они там пили чай. И все журналисты, ну как, это были, знаете, председатели правления СМИ. Это что, работа со СМИ? Нет, я про Таймерденова, да, закончу. То есть он сидел. Нормально, потом... журналист защищает начальника полиции. Я не защищаю начальника полиции, я рассказываю, на самом деле, это, как бы... Это прекрасно. Смотрите, это прекрасно. Значит, сидел Таймерденов, сидел Абдрахманов, сидел Салтанат. Они позвали... Ну, то есть тех, кого я знаю, Осипов был. Можете задавать все вопросы, но круг, там несколько человек. Куат был потом с Нура, и еще несколько, кто-то из вечерки был. Вот, ну, то есть там. И они просто рассказывали в обычном диалоге о том, как у них идут расследования там, самых резонансных. На пресс-конференции приходят все СМИ. Даже нет, я не об этом говорю. Ну, просто... о чем вы тогда? Зачем я не соглашусь, вы говорите? Вы говорите, они не проводят. Я говорю, проводят. Это не пресс-конференция, если он пригласил 5 своих друзей, которым сливает еще это, а потом говорит, а вы приходите, я с вами поговорю. Я не разговор с друзьями. Но я не друг с Таймерденовым. Если он пригласил вас пятерых и больше никого не позвал, наверное, нет, у нас особое было, отношение. Нас там было не пятеро, нас там было больше, во-первых. Во-вторых, я не друг Таймерденова. Да? Нет, вы сами говорите, что он позвал только очень точно там несколько человек, и там были вы и Марат Осипов. Как? Нет, нет. Я сказал, там был я, там был Марат Осипов. На которые все регистрируются? Там был Кулар, Снура, там были люди из вечерки. Узко очерченные. То есть я не знаю всех. Да? Позавчера была пресс-конференция. Вот нет, я говорю о другом, о том, что брифинги проводятся. Я могу сказать... О другом случае, когда там департамент полиции показал себя не лучшим образом, да, и это случилось в мае прошлого года, когда у них было вот это ДТП на пропускном пункте, да,
и где погибли их сотрудники. То есть они скрыли от нас, что за рулем автомобиля, совершившего аварию, был их коллега. Да, и вот я написал об этом, причем это была тоже... Все писали об этом. Они не скрыли, они там уже прямо был обман, там была ложь. Они же прям сделали заявление, что это не сотрудник полиции. Да, но я об этом написал первым. Вот, давайте так. Значит, это было очень просто. Там, когда это все произошло, мне просто позвонил знакомый, он сейчас юрист, а раньше он, по-моему, в прокуратуре работал. И он говорит, мы его знаем, этого парня, ну, который вот это все совершил, он говорит, работник полиции, то есть он где-то там в Алатауском районе. Я ему говорю, ну давай, как-то что-то надо поднять тогда. Вот, и ну, мы подняли, у нас там было на руках его личное дело. Я поэтому спокойно очень написал, что он сотрудник, потому что я знал, что он действительно сотрудник. А потом они действительно начали отрицать и говорить, что он не сотрудник. Да? И тогда я выложил фотографию его в форме. Да? То есть... После этого они начали говорить, что они проверили не весь штат города, что, дескать, вот они какие-то районы проверили. И, честно сказать, мы сидели, думали, ну, типа, продолжать, не продолжать. Ну, и решили, я решил, что там на следующее утро можно начать выкладывать вот как раз листки из личного дела. Да? Но утром они уже в 8 утра разослали пресс-релиз, где сказали, да, он там наш сотрудник, но и мы его там за 40 секунд до аварии уволили. То есть такая была история. И они в этой истории себя показали не лучшим образом. Нет, да? Дело же не в полиции. Ну, как бы у нас сейчас нет, мы не собрались, чтобы там отхлестать полицию Алматы. Я говорю о том, что у нас, в принципе, государственные коммуникации, они такие. Если уж мы, вот недавно сейчас вся страна обсуждает минимальный порог пенсий, который увеличили. А что сделало правительство? Оно, ЕНПФ, да, на сайте. Они просто поменяли цифры, об этом нигде не сообщили вообще. А вот как журналисты обратили внимание на это? Журналисты Орды у нас, мы мониторим все сайты правительственные. И это наш журналист, он увидел расхождение цифр. Mm-hmm. Он просто ходил, мониторил все сайты, смотрит на сайте НПФ, что цифры увеличились в два раза. Он думал даже, что это какая-то ошибка, потом поднял старые, и все, он быстро... То есть благодаря вам сейчас могут и мораторий вести, да? Потому что вы обратили на это внимание. Да, я возьму смелость на себя, что мы сообщили об этом первые, мы ночью об этом дали, на следующий день это поднялась буря, все начали об этом писать. А сейчас, ну, по моей информации, которая, она тоже, как бы можно сказать, инсайдерская, что вопрос о моратории стоит. То есть есть партия, которая говорит, давайте объявим мораторий для тех, кто может снять, но не успел, пусть они снимут. А есть партия, которая говорит, что нет. Поэтому это решается сейчас, до Нового года должно решиться, объявят мораторий или нет. Но если бы мы об этом не сообщили, это бы очень тихо прошло, и просто на Новый год люди бы узнали, что они не могут снять. То есть вот это коммуникация. И это, кстати, еще роль СМИ, да? Роль журналистов. То есть мы работаем... То есть в Телеграме, когда я пишу, я в принципе это делаю как бы для себя, это мое, да. А в СМИ мы служим обществу, журналисты служат обществу. И вот даже в случае с этим порогом минимальным, да, или вот мы раскрыли, что Акимат Алматы 31 миллион потратил на ролики в ТикТоке. Зачем? А еще и сейчас выясняется, что организатор этого конкурса победили в итоге его дочки. То есть в Инстаграме они его называют папа, но он это как бы отрицает, что это там его дети. В общем, такая история очень странная. Кто это раскрыл? Это раскрыли журналисты, потому что мы служим обществу, мы работаем не на себя, не просто на свое имя и там монетизацию, да? А в социальных сетях это все равно работа на себя просто. Но это больше делают независимые журналисты, и это не делают там Хабар, Казахстан, да, то есть никогда об этом и не напишут, и про порог, и про ТикТок. Ну, Хабар, я думаю, да, наверное, они не ходят и не ищут. Ну, там задачи что, другие. Как, они, наверное, считают, что им дают? Я не знаю, я не хочу комментировать. Ну, там задачи другие. Мне очень нравится читать Мишу, и вот, мне кажется, Геннадий Бендицкий, да? Ты же с ним поработал? Нет. Не успел поработать? Нет, я с ним не работал. Но мне кажется, что вот мне нравилось, как работал Геннадий Бендицкий, да, он занимался журналистскими расследованиями. И вот мне кажется, что вот, Миш, ты вот прям занял хорошо его место. Ну, мне кажется, я занял свое место. Что касается расследований, я на самом деле не очень много вижу расследований, да, таких настоящих журналистских. Ты же занимаешься расследованиями? Нет, это просто там, опять же, как мне кажется, просто подача информации. То есть это...
Я говорю, есть, когда ты в один ход, да, все сделал, ты просто опубликовал. Что-то узнал и написал, да? Узнал, видеоролик повесил. Нет, у тебя же, есть тема, у него есть тема, которым ты занимаешься ливневкой, ты же долго занимаешься. Нет, Гена Бендицкий, он вообще молодец, ну как... Это я с ним работала, кстати, вот прекрасный журналист, но казахстанская журналистика расследовательская, она этим грешит, что она просто что-то узнает и пишет. А вот мне интересно, почему не идти дальше? И, кстати, узнает часто как раз-таки все равно на основе связи своих там силовиками. Можно же идти дальше и вести расследование. Нет, просто интересно. Нет, у меня две есть темы в этом году, которыми я вот весь год занимаюсь. Наверное, я могу сказать, что это расследование. Да, первое, это касается действительно ливневой канализации в столице, потому что там... У вас можно материться, нет? Там можно. Потому что какой кошмар они там устроили, да? То есть там большие деньги выделили. То есть там город топит каждый год. Ну сколько выделили? Ну то есть вот два тендера основных, за которые все бьются, там 15 миллиардов. И там месиво просто. Потому что акимат, значит, это абсолютно одинаковые виды работ. Абсолютно одинаковые. Поэтому акимат, определяя победителя, начинает считать так называемые условные скидки. Это когда учитывается опыт работ, да, прежних, вот этот портфолио компании. Да, и они берут и, значит, определяют по одному конкурсу, значит, одного победителя, а по второму конкурсу он получает балл меньше и занимает второе место. Так же не бывает, это же одинаковые работы. То есть должна она, наверное, или два раза проиграть, или два раза выиграть. Так же. Потом включается, у нас есть орган департамент внутреннего госаудита. Это, значит, структура Минфина, которая может сломать любой тендер. Вообще они могут прийти и сказать, вы неправильно считали, вот так считайте, и заставляют переделывать. То есть реально пишут ребята, вот как раз те, у кого нет образования, которых с улицы набрали, вот они действительно пишут, нет, вы посчитали неправильно, пересчитывайте, все, ребят. И какое-нибудь обоснование там придумывают, да? Они говорят, вот эти два конкурса вы посчитали неправильно, делайте иначе. Потом начинают они судиться, потом доходит до Верховного суда. Там все накосячили, там председатель горсуда накосячил, там Верховный суд принял в работу через два дня после поступления бумаги. То есть это нереально вообще, такого не бывает, потому что есть люди, которые годами ждут, чтобы Верховный суд обратил внимание на их жалобу. Да? Годами люди ждут, через два дня он уже отправил Асанов, сказал, давайте, занимайтесь. То есть это ситуация, при которой просто вскрылось вот... особое отношение чиновников к крупным конкурсам, да, то есть потому что нужно этот кусок вырвать, потому что я даже спрашивал специально, ну вот 15 миллиардов, сколько там, ну, останется прибыли, то есть там же понятно, там оборудование, работы, себестоимость, там все это, ну говорят, ну вот если крупное будет делать, ей останется там в районе 3, да, если там кто-то поменьше, ему придется там быстрее бегать, больше двигаться, то тогда, ну, поменьше. Но там все равно 2-3 миллиарда заработать, там, на... это огромные деньги. Поэтому я могу сказать, что эта тема действительно, она... Ну, сколько она ты занимался этой темой? Ну, я, получается, я в начале года написал первый текст, и вот на прошлой неделе я летал в Нур-Султан, где я выступал. Я вхожу в Республиканский общественный совет по противодействию коррупции при Нур-Отане. Меня, кстати, Гульнара критиковала за это. Вот. И, но при Нур-Отане журналист, да, он не должен. Я не при Нур-Отане журналист. Эта площадка просто, она чем хороша, то что туда могут выдернуть любого чиновника. Ну, я думаю, что там понятно, что Мамина нет, но там... Условно, позвать министра и придет вице-министр, они могут. То же самое с акимами, кстати. Акимы кто-то приходит, кто-то замов отправляет. Ну, там условно... Ну, кто-то придет, в общем, условно, ответить там, на вопрос. Западно-Казахстанская область, пришел их аким, вот так по бумажке, прочитал и ушел. Ну, короче. Для него это инструмент тоже. А например, то есть он же занимается расследованием, и ему нужно задать не исходит. Нет, нет, нет. Там самое главное, это результат, да? То есть результат. Ну, вот хорошо, к какому результату ты пришел? Результат этой работы, то, что, значит, после того, как тема, она пошла и вот и на партийной площадке, просто, потом туда пошла проверка в этот комитет внутреннего госаудита. В итоге они пришли к мнению, что у себя внутри комитета, что вот эту функцию по, значит, переворачиванию конкурсов у них нужно забрать. То есть они сами говорят, пожалуйста, отберите у нас ее, пусть вот есть заказчик этого тендера, да, организатор, там, да, вот пусть они определяют, а мы можем, допустим, войти в состав тендерной комиссии, то есть сотрудник департамента или комитета, чтобы он тоже сидел и говорил, вот есть аким, есть зам, вот есть человек из комитета,
Да, вот чтобы они определяли. То есть выкинуть это звено. И как я считаю, что это ну, такое важное достижение. Если законодательно это утвердят... То это твоя победа. Ну, это не моя победа, это такое общее достижение. Но оно на самом деле демонстрирует то, что в стране есть беспредел, связанный с этими ребятами из комитета внутреннего госаудита, департаментами. Потому что они... действительно делают, что хотят. Их вот в этом году уже перешатали 8 человек. У Миши нестандартный подход. Он ходит с силовиками, курит кальяны. Это стандартный для Казахстана. А, это стандартный, да? Ну, да. Но... они ходят в баню, пьют водки с ними. Я не хожу в баню. А те потом... Ну, я говорю, стандарты для журналистов в Казахстане. Гульнар, ну вы, наверное, ходите пить кофе. Нет, я там... Ну как то вы собираете меня... информацию, если вот у вас... Нет, вот, кстати, если кто-то может, кто следит там внимательно, может быть, есть такие люди за там, моими публикациями, за публикациями других журналистов. И вот говорят, сейчас я там только что критиковала как силовые органы. Я прежде всего хочу сказать, я не журналистов. Меня в этой ситуации прежде всего способ, я недавно на днях, вчера или позавчера писала, способ коммуникации государственных органов, это неправильно. Понимаете, они уходят от ответственности. Но кто-то прочитает и скажет, а вот ты же давала сама там, вот инсайдерская информация, например, мы первые, я написала про то, что Казахстан ведет переговоры с Фейсбуком, с Инстаграмом о том, чтобы в итоге они, помните, да, историю, да, чтобы они не открывали представительство в Казахстане. Там ситуация была, что законопроект вышел Сарыма и Нариевой, да, вот депутатов, о том, что все цифровые гиганты должны открыть в Казахстане свои представительства. Те не хотели, иначе их будут блокировать. Это был большой такой шум. И потом я узнала о том, что идут переговоры на самом деле, что наше правительство оно отдало назад, и что оно ведет переговоры о том, чтобы правительство в Казахстане не открывали, а что можно было там за рубежом, да, работать, позволять им. Но это был слив, да? Я, Михаил, не надо меня перебивать, я же к этому привожу. Я хочу рассказать, как я работаю, как у меня. У меня сливов мне никогда не дают, Михаил. Но это не слив, то есть. У меня, мне просто чисто у меня все какие как были вот информация, это моя работа ежедневно, которую я. Мне никто не говорит, Гульнар, давай такой сливчик сделаем. Это нам нужно. Нет, я сейчас рассказываю, как раз как это все произошло. Я узнала, что вот правительство ввело переговоры. А потом они уже даже договорились. То есть я первая дала о том, что были переговоры, потом я дала первая о том, что в итоге договорились, и что представительства не будут открываться, и что Казахстан получил эксклюзивный доступ, эксклюзивный по Центральной Азии. Как потом там спор был, да, и потом какие-то заявления разные звучали. Как я, вот моя работа, как она была? У меня есть иностранные друзья, журналисты. Я с одним общалась, и он, причем, он мне, вы знаете, что переговоры ведутся? То есть это был большой шум же о том, что будут блокировать социальные сети. Он говорит, слушай, Гульнара, а вот на самом деле Facebook ведет такие переговоры с Казахстаном. А для них важно, что Facebook, то есть если для нас правительство, для них важно, Facebook ведет переговоры с авторитарным, ну для них авторитарными режимами. Говорит, знаете, ведутся переговоры, они там что-то типа мутят, узнай. Я когда позвонила, я уже скажу, теперь уже можно говорить, в Министерство информации, и как? Я действую, у меня блеф. Я звоню, я говорю, я знаю, то есть все, у меня есть информация, что это переговоры, я даю прямо сейчас. И начал, у нас идет, у меня работа прям, понимаете, идет торг, они говорят, сейчас не надо давать, пожалуйста, но мы вам вот дадим там такую информацию хотя бы дня два. То есть я говорю, окей. Я дня, два дня, вы получили подтверждение. Два дня выждала. Потом мне сказали, мы не будем открыто комментировать. Мы говорим, да, то есть, вот, идут переговоры. Я говорю, я об этом пишу. Ну, то есть, все, я написала. Но, еще там была одна договоренность, я сказала, но вы сообщите мне, когда, чем завершатся переговоры, вот я к вам пошла навстречу, вы скажете это мне. Но после этого я каждый день им звонила. Я каждый день звонила, но я уже не буду говорить этого человека. Я каждый день звонила, как? Он говорит, нет еще. Как? Нет еще. И то есть, когда произошло, он такой, Гульнара, ну я взяла, да, переговоры завершены. Я узнала все подробности и их дала. Ну, то есть, вас такого, что это мне, это я их использовала. Если бы мне позвонили, а как мне использовали? Ну, в смысле, я звонила, нет, в смысле два дня вам дали, вы же им два дня человеку. Дали. Ну, в смысле, вы как? Это была моя сделка журналистская, чтобы получить еще подробности. Я получила от иностранного коллеги и получила от них. Но такого, что мне, знаете, Динара, кто-то звонит и говорит, Гульнара, надо дать такой слив. Никогда такого не бывает.
То есть, но я, в принципе, вы не против, но я понимаю, целом, что у нас это как человек так, на такое идет, только если он знает, что он этого журналиста может контролировать. Что тот журналист и то уберет, и там, и сделает, как ему нужно. А в моем случае они понимают, что я буду ну, там, дальше копать, дальше что-то узнавать. Я не буду давать их пресс-релиз, понимаете? А у нас в Казахстане уже сложилось очень странно. Вот, например, ну, Ирбо, он может и делать, там, обидеться, но он-то тоже, в принципе, я считаю, что если ему дают, он и будет делать. Вот зачем? У нас уже сложилась какая-то порочная, странная, вот кадровые перестановки. Они что, приняли на вооружение, уже такая казахстанская мода, они сначала это дают Идилову, да? Он у себя пишет, вот такая будет перестановка, потом это, зачем это делать? Потом это публикуется официально, зачем это делается? Ну зачем это делать? Я думаю, что это делают сами люди, да, наверное, Миш? Дина, какие люди? Назначают? Нет, Динара, это делается там чуть ли не на там, Акорда, внутренняя политика, у них какие-то свои соображения, они это обкатывают, но это, как это все неправильно, это коммуникация. Миш, как ты перепроверяешь информацию, которую тебе сливают просто люди? Потому что я вот читаю твои комментарии, там люди просто тебе, мне кажется, народ просто отправляет, да, информацию. Да, часть информации приходит просто от людей, потому что мне можно написать в Телеграме там запросто. Многие пишут. Но ты же перепроверяешь сразу? Ну да, конечно. Ну то есть вчера условно там задержанный погиб в департаменте полиции Шымкента. Я там трех людей набрал. Это, конечно, тут, ну, как это совсем другое. Да, да. То, о чем я говорю, это совсем другое. И как бы там уточнил детали, подробности, фамилию. Ну, я не стал ее выкладывать, там парня жалко. Конечно, вот. Просто еще совпало, я накануне большой фильм Дудя смотрел про пытки, да, в России, как российская полиция пытает. И тут бах у нас на следующий день 30-летний парень умирает во время допроса. Да? Во время допроса, и вот что полиция должна рассылать пресс-релиз, она должна сразу начальник полиции должен делать заявление. Это произошло так-то и так. Они мне в не пытали. И вот это. У нас должны просто быть коммуникации. Вот смотрите, опять возвращаясь к образованию, у нас же нет вузов, которые готовят пресс-секретарей, да? Нет, первое, во-первых, ко мне в комментарии пришел департамент полиции Шымкента и написал, подтвердил этот факт. То есть они написали, что да, действительно, это есть, да. Я не знаю, там, рассылали ли они пресс-релиз, это как-то так, ну, не отслеживал, да. То есть, мне кажется, здесь нужно делить очень сильно. Есть информация, ну, например, о которой говорит Гульнара, связанная там с кадровыми перестановками, да. Это одна категория новостей. Типа и другие какие-то события, вот, есть, которые у нас... Есть информация негативного характера, да, кого-то задерживают, кто-то погибает, да, то есть, ну, то, что со знаком минус, да, грубо говоря, эту информацию прячут, и это сделают не для того, чтобы там закрыть ее, она в любом случае вылезет, она однозначно появится, да, то есть там не сегодня, не завтра, это делают, потому что, как мне кажется, они не могут просчитать последствия, да, потому что, ну, любая новость о задержании высокопоставленного чиновника, она всегда воспринимается то, что там вора поймали и там все они такие, да, ну, где-то я с этим согласен, но я всегда считаю, что нужно все равно там знать, что там происходит, потому что бывают случаи, когда там вообще ничего нет, да, и... Ну, как в Актобе, да, произошло? С депутатом, которого обвинили в изнасиловании. Тут мне сложно говорить, что там вообще ничего нет. Я бы так не стал утверждать. Не, ну вот я хотел привести пример там, двух вице-министров энергетики. Да? То есть там 3,5 года люди находились под следствием. Там кто-то отсидел по году, по-моему, отсидела группа в следственном изоляторе. Да? В итоге и всех оправдали. Всех оправдали, да. Суд назвал эксперта, который дал заключение, карманным экспертом антикора. То есть там просто замес жесткий, да. Но нам всем рассказали, что вот этого вице-министра задержали, а у него дома, там, как у краснодарского гаишника, да, там 148 миллиардов долларов лежит наличкой. И вот, это как раз игра с информационным пространством, именно игра для того, чтобы уже общество вынесло свой приговор и сказало, все, ворюга, нахрен, 10 лет ему дайте, пусть сидит. Вот это такой случай. Но возвращаясь... Если бы они этого не сказали, журналисты бы имели право выяснить это по своим каналам, да, и рассказать, что как факт задержали, задержан. Нет, антикор задержал вице-министра, задержан. Нет, это вообще знаете, вот факт. Эта история с этими задержаниями. Журналисты тоже не должны давать только то, что им с другой стороны, что им дают официально там, на пресс-конференциях. Если ты выяснил точно, и ты очень уверен в этом, ты должен давать. Гульнар, вот вы недавно написали о том, что вы не будете больше писать о суицидах. То есть это вот решение вашей редакции? Я написала как раз таки, что если
уже невозможно не писать об этом как о факте случившемся, потому что если, например, 15-летняя девочка, да, совершает такое вот, происходит такая трагедия, или там мать с тремя детьми, это общественно важное, как для общества это важно, это тревожно, и мы должны сообщать об этом. Но если где возможно, мы не будем писать о способах самоубийства. То есть если мы вот на днях девочка, к сожалению, да, 15 лет или 16, ей еще не исполнилось, она покончила с собой, мы не дали каким образом. Потому что исследования показывают, это реально даже видно по событийной по ленте, люди начинают копировать. Способы самоубийства люди копируют, это как вирус. Поэтому не обязательно сообщать, что она сделала, куда она встала. К сожалению, у нас в СМИ они действительно прям подробно сообщают, что сделал человек. Это выглядит как инструкция к действию. На Западе СМИ, да, они не дают способы, не дают подробности никогда. Потому что были исследования о том, что люди подражают. И мы, да, мы не, вот как раз когда случай был с девочкой, последний уже после матери с тремя детьми. Причем с девочкой это накануне произошло еще одно. И мы на планерке говорим, что мы опять будем писать, как, что. Нет, мы не будем. Просто покончил с собой. Все. Угу. Гульнар, у вас есть рекламное дело, вы сказали, да, на Урдаки.зет? Да. Вот если условно придет полиция Алматы и скажет, мы хотим у вас заказать рекламу. Это возможно? Это госзаказ. Да? Но мы в госзаказе сейчас не участвуем. Не хотите, не будете никогда участвовать? Или вы не рассматриваете? Нет, по-моему, у департамента полиции нет госзаказа. В смысле, им просто не положено. Это просто. Идет, по-моему, ну, Акимат, хорошо, полностью. Алматы. Через... Ну, Акимат, у Акиматов у всех есть бюджет на СМИ. Конечно, у Акиматов есть. Это сложный вопрос. Мы не участвуем. Но, вы знаете как, я когда думала об этом, мы, Урдаки.зет это бизнес. А бизнес вообще, когда читаю книги, зарабатывать. Да, а бизнес, ну, нет, должен зарабатывать, но он идет туда, где деньги. И то есть, если уж государство создает такую систему, то как бы бизнес должен туда идти. Но я понимаю, что в Казахстане, понимаете, там вот Аким, он будет считать, что это он дал деньги. Хотя это не он, это город. И, например, лично Акиму мы ничем не обязаны. Но, к сожалению, в Казахстане складывается ситуация, что если ты берешь госзаказ, да, там у полиции или у Акимата, или у правительства, там у Минфина, Минтруда, потом руководители пресс-службы этих органов, они считают, что это ты им обязан, что ты не людям, народу, обществу должен просто информировать о том, что происходит. Причем не хвалить, а информировать. То есть это такое превратное понимание, да, госзаказа. Поэтому мы пока не рискуем туда идти. Но я почему так отвечаю? Потому что я не хочу, чтобы потом, если вдруг мы решим, поднимали и говорили, а вот Башкенова говорила, а теперь участвует. Я как бы никогда не говорю никогда, а вдруг будет какой-то лот. Потому что мы заходили на госзакупки, и я видела там совершенно безобидные лоты. Например, о строительстве дорог. Так мы об этом и так рассказываем. Почему мы не должны брать за это, за свою работу деньги? И объективно просто рассказать об этом. Объективно рассказывать, да. Но что-то останавливает, понимаете, с государством это всегда так. Потом ты что-то сделаешь не так, а к тебе придет антикор, да? Они же всегда могут найти, когда ты с государством вступаешь во взаимоотношения денежные, они всегда могут найти, а ты тут, помните, с Костагом история? Угу. Ты тут не осветил, а ты тут сделал точку не там поставил. И до белой ручки отведут, а Михаил потом напишет. Я буду первым. Да, он потом узнает и напишет. Буду каждый день писать об этом. Мне нравится ваша симпатия друг к другу. У меня последний вопрос. Вот у каждого журналиста есть wish-лист людей, с которыми хочется записать интервью. Миш, у тебя есть такой wish-лист? У меня есть Асхат Аймагамбетов только. Он там номер один. Не, первый, ну ты пытался второй, третий, вообще четвертый, выйти, пятый, десятый. Он выйти там, с ним на связь, интервью записать. Ну, я совершенно четко понимаю, что он не пойдет на это, потому что... Не, ну ты не пытался. Пытался. Ну, то есть, во-первых, я неоднократно говорил об этом публично, да. Во-вторых, я обсуждал этот вопрос с его пресс-службой. В-третьих, я обсуждал этот вопрос с многочисленными людьми, которые приходили от него поговорить со мной. В-четвертых, я даже не знаю еще, кому я об этом говорил. Ну, короче, я говорил об этом много раз. Да? Просто я понимаю, почему он не придет. Потому что
ну, я буду ему задавать вопросы, ну, наверное, не как журналист, да? Вот, потому что я буду ему, наверное, вопросы задавать как... Ну вот, я говорил, что я несколько маргинальный, но я, например, читаю книжки по криминалистике, мне нравится, вот есть «Тактика ведения допроса», да, там есть такие прекрасные... То есть ты бы не как журналист, а как следователь будешь, да? Нет, мне просто интересно, вот я сейчас расскажу, у меня сейчас идет суд, да, значит, на меня подала в суд проректора Казну Жакыпова, она бывший вице-министр, которую уличили в плагиате. Да. Потом она, значит, покинула министерство, когда ее в Сенате назвали позором. Она подала на тебя в суд за то, что она написала, что ты сказал, что ее уволили, а она уволилась сама. Да, в принципе, все претензии сводятся только... Они не пытаются, значит, опровергнуть факт плагиата. Они не оспаривают факт плагиата. Но зацепились за другое что-то. Но они говорят, я же по собственной инициативе уволилась. Хотя, ну, чисто юридически... Ну что, это месть? Как мне кажется, это такая тема для того, чтобы как-то там на меня повлиять, да? Но я к чему говорю? К тому, что вот Жакыпова пришла на одно заседание, хотя там несколько месяцев это все шло. Ее судья несколько раз просила прийти, вот она наконец пришла. И я ее спрашивал 3 часа только про плагиат. Да? Только про плагиат. Хотя у меня статья была не только про плагиат, но еще и про акты выполненных работ, которые были ею подписаны, а работы по ним не сделаны. И, конечно, ей было неприятно, да, но это как судебный процесс. То есть... Я спрашивал ее, там, она вот говорит, у меня нет плагиата, потому что вот есть заключение международной системы Turnitin американской. И вот, дескать, она показала, что 13%. Я ей говорю, вы выкладывали все заключение? Она говорит, нет, я выложил результативную часть. Я говорю, хорошо. А она, это хорошая система? Она говорит, да, хорошая. Ее можно назвать самой лучшей? Но она одна из ведущих. Я говорю, хорошо. А вы знаете, что по вашей работе вот такой-то казахстанский ученый в этой же системе проводил проверку, и она показала... 59% заимствования. Она говорит, нет, не знаю. Я говорю, а он выложил заключение целиком. Все. Вот что с этим делать? Она говорит, ну я считаю, что у меня нет плагиата. Ну так утрированно, да? То есть, как мне кажется, я не тот человек, который там может брать хорошее интервью, потому что я, там, мне трудно расположить человека к себе, там, о чем-то с ним разговаривать. Там. То есть я там немножко в другом жанре работаю. И поэтому, возвращаясь к Асхату нашему Канатовичу, конечно, я думаю, он никогда этого, никогда на это не пойдет, у него духу не хватит просто, да. Ну, к сожалению, да, так. Вот, поэтому у меня нет никакого вишлиста, все. Вот. Немножко отвлекусь от вашего вопроса. Это не к Михаилу, я тут ничего не знаю, но это такая прискорбная еще одна тема в журналистике, в блогосфере, это заказные материалы. Это черный пиар, это когда на человека организуется информационная война. И про, чтобы сказать, что объективно, у меня нет никаких отношений. За последнее время вы можете посмотреть наши публикации в РДИ. У нас очень много негативного про систему образования. Вот на нас сейчас обижено управление образования Алматы, потому что мы осветили тему, что в школах Алматы проводят лекции, где девочкам говорят... о том, что замуж выходят некрасивые, но богатые, а раскованные с раскованными. А где это было? В какой школе? Опытными 137-я гимназия, но потом узнали это во всех школах. С раскованными и опытными только гуляют. То есть это и всю лекцию мы когда почитали, там типа общество одобряет. Чья это была лекция? Только после брака, да. То есть там сидели завучи, учителя на этой лекции. Девочки на этой лекции подняли скандал, многие ушли, их удалили. Понимаете? И мы, нам вот управление образования, наконец, оно ответило, что директор школы наказана за сексизм. Выговоры обвинили, и ее заместителю. Я рассказала эту историю, что к тому, что у меня нет с Министерством образования каких-то там взаимоотношений. Да. Если есть какие-то факты, мы о них рассказываем. Вот был факт такой лекции вопиющий. Мы считаем, что наша редакция была возмущена, мы даже не верили. Мы когда уже увидели сами презентацию, и там еще некрасиво, как, на ком женятся, и там, знаете, так идет список, некрасивая, богатая. Вы представляете? В школах, девочка. Так вот, но на Асхата Аймагомбетова организована информационная война, я знаю это точно. Это руководители вузов, которых лишают лицензий. Они, там, я не знаю, это есть картель или там 2-3, но на рынок информационный выброшены огромные деньги, там несколько миллионов долларов
А только на то, чтобы очернять министра образования, чтобы его сняли. А, и там была история, к нему зашел человек, очень влиятельный, и он показал ему там одну ведомость с зарплатой, с премией, которая в конце года, на самом деле все министры получают. То есть годовую премию, у них зарплата там миллион, а миллион идет как премия. И то есть там была премия, и он сказал, это завтра появится во всех СМИ и в благосфере, как в интернете, либо ты вот этот приказ о лишении лицензии вузов отзываешь. А Аймагомедов сказал нет. И после этого еще с новой силой началась эта информационная война. То есть это, я хочу сказать, что это вот один из самых таких очень скорбных, прискорбных явлений. Можете ответить вопрос про Асхата Аймагомедова? Вот, нет, про лишение вузов? Я доскажу свою мысль. Когда организуется информационная война, черный пиар. Вот мы, например, я могу сделать пиар, я могу написать статью о каком-то предприятии, о том, что оно хорошее, если я вижу, что они делают что-то хорошо за деньги, да. В социальных сетях я могу написать что-то там о какой-то конференции. Позитивное, да. Но вы знаете, брать деньги и кого-то очернять за это, я считаю, это такая плохая карма. И это настолько ужасно. Просто я призываю вот журналистов, вы же как раз говорили про молодых, да, просто не делайте этого. Молодым журналистам, ну какие бы деньги ни предлагали, вот за деньги именно черный пиар, очернять кого-то нельзя. Хвалить за деньги можно, ругать за деньги нельзя. Ругать кого-то, разоблачать кого-то можно только бесплатно. Вот. Можете ответить на вопрос? Да. Вот по поводу закрытия вузов, у меня был материал про Уральский вуз. Я вот не скажу, как он точно там называется, что там инновации, не инновации. Этот вуз, значит, у него есть офигительная особенность. На первом курсе один студент, а потом выпускается 1500. Да? Mm-hmm. То есть, как они там появляются, это основная масса, ну, приграничный город, да? Mm-hmm. Они не сдают ЕНТ, они поступают куда-то там, в какие-то филиалы, mm-hmm. там, московского, санкт-петербургского, там еще что-нибудь, да? Которые находятся в здании этого же вуза, а потом переводятся. То есть там на третьем курсе, на втором, неважно. Плюс еще там есть категория сотрудников правоохранки, которым нужно высшее образование. И вот они каким-то образом. И этот вопрос этого вуза поднимался, значит, Атамекеном на специальном совещании, Министерством образования. Есть там выступления вице-министров, которые говорили, что это вуз, который печатает дипломы. Ну не может быть на первом курсе один студент, а потом 1500 выпустились. Как они учились, да? Вот. Но почему-то Асхат Аймагомбетов, который наводит порядок в высшем образовании, не закрывает этот вуз. Вы не знаете почему? Вы знаете, я могу только предположить, то есть я как вам говорю, я не его пресс-секретарь. Да, да, да. Вот, то есть у него ко мне очень много претензий, очень много обид, даже вот там в школе какие-то можно писать. Можно было там, я журналист, я пишу, если мы что-то узнаем, мы не пишем в личку кому-то, министрам, да, мы пишем об этом, сообщаем общественности. Но в данном случае у меня только есть предположение. Я начну, вы же сказали про Уральский вуз, я начну, вот недавно лишили лицензии два шимкентских вуза, чему я очень рада, потому что еще в 2016 году, когда я делала ресерч, у меня была серия статей про казахские русские школы. Да, и, кстати, вот если про образование говорить, это я первая. Вот сейчас об этом писав, все знают, об этом все пишут. В Казахстане никто не знал, пока я тоже не нашла на там, своих источниках, что результаты теста ПИСА, где Казахстан занял вообще последние места, там третье или четвертое место было с конца. А еще другой был факт, еще более тоже такой тяжелый, что при этом вот мы заняли там третье-четвертое с конца, да, в мире, отставая от ведущих стран на 2-3 года по уровню образования наши школьники. А второй факт, что при этом казахские школы, они отставали от русских по баллам тоже на 2 года. То есть это наше Министерство образования, оно это скрывало. Я в 2016 году написала об этом, и потом у меня была серия статей, она была посвящена казахским школам. Это было такое исследование, расследование. И тогда вот школа, да, в шимкентских школах, там у меня была как бы героиня, Куртка Кысова до сих пор, она в Алмате работает. Вот в ее школу, мы прям поехали в ее село под Шимкентом. И в этой школе все учителя, у них у всех два высших образования. Причем второе высшее образование, это вот было вуза, который закрыли недавно. Как называется? Там вот басы, то есть сейчас я знаете, вот так вот не шла, прям готовая со всем этим. Но как называется, вы можете сейчас открыть. Два шимкентских вуза закрыли. И вот
одна школа, да, в Шымкенте, в селе Шымкента, второе образование у всех учителей, вообще вот школу вы можете представить, сельская школа, у всех учителей два высших образования. У всех. Причем второе педагогическое они берут там психолога вот какие-то, да, чтобы брать по две дисциплины, но они вторые дипломы они покупали. Не, ну правильно сделали, покупали, что закрывали. Погодите, да. Вот эти два вуза закрывали, но эти попытки были до этого, они были у Саринжипова. То есть вообще у нас вузовское лобби, это ого-го. То есть закрыть это вуз сложно, как-то. Да? Вы помните, Саринжипов, на него очень нападал Перуашев, да, Перуашев, он на него хотел подать в суд. Он в парламенте поднимал там слушание, что Саринжипов. Почему? Потому что потом, когда мы выясняли, потому что Перуашев, он был в совете директоров половины казахстанских вузов, но не таких там, которые в Алма-Ате центральные, а областных, которые как раз-таки печатают дипломы. И за каждым, вот у каждого областного вуза у него такая мощная крыша каких-то очень влиятельных людей. И я про Уральский вуз не буду говорить, что я его очень хорошо знаю, что он очень плохой, но я вам верю. Если вы говорите, что вот он такой, он, наверное, действительно такой ужасный. А это не я говорю, почему? Это вот министерство говорит, да. Это Викен. Видите, само министерство говорит. Да. А раз оно говорит и не может так, знаете почему? Почему? Не хватает, значит, у него зубов, у Аймагамбета. Вы понимаете, что он не влиятельный вообще как? Ну, сам по себе, если к нему может дойти человек, ему угрожать, говорит, ты знаешь, я завтра на тебя спущу всех информационных собак, а если ты не отзовешь эти лицензии, ну вы можете судить о степени влиятельности этого человека. А Магомедов, он просто чиновник карьерный, да, который дослужился до... У него нет никакой крыши. Да него... ладно. Ну вы имеете в виду этого Нигматуллина, что ли? Какого Нигматуллина? Ну а что, кого вы имеете в виду? А вы видели, у Едилова новый сайт открылся? Едилов, да. Онлайн. Там можно, знаете, выбрать, я знаю, мы только место что рождения, да. И род еще, да, выбрать. Да. Ру. Ну да. Ну он и сказал, вы сделайте. Все вузы должны быть закрыты, которые паразитируют на наших детях. Я вообще считаю, что надо все вузы закрыть. Потому что вот Гульнар говорит, Гульнар говорит о том, что типа вот есть плохие какие-то в областях вузы, да, там какие-то там печати. Их действительно. В областях надо оставлять 1-2. Нет, их действительно много, да. Действительно, там обычно как бывает, вот есть ректор там какого-нибудь. Ну, этот уральский, вуза, да, давайте его закроем. Но я думаю, что. Он что делает? Он пробивает лицензию сначала колледжа для какой-нибудь там. Для какого-нибудь ПТУ, там, покупает его для жены, потом ему делает вузовскую лицензию. Да? Mm-hmm. Преподаватели у него и там прикреплены, он проверки проскакивает, кэшится. Да, да? Вы даже на здание все посмотрите. Эти проверки моновские, они за деньги. То есть это все исключительно такая тема. То есть это работа такая, это вот для того, чтобы люди зарабатывали. Это экономика, экономика образования. Но при сейчас этом... Аймагамбетов хочет навести порядок, он закрывает, но на это нужна политическая воля. Но это я его уважаю, защищаю. Государственные вузы дают такое же плохое образование, как и эти частные. То есть нет такого. Это демагогия уже. Это не демагогия, это правда. Типа, да посмотрите. Что, вот эти ваши тоже. Давайте вернемся к демагогии. Подождите, вот посмотрите, вот пример. Вот, есть требования, которым соответствуют вот или не соответствуют. С нашим казну возьмите. По крайней мере, давайте начинать с тех, кто совсем не соответствует, и их закрывать. Но министр, который на это решается, нет, на него организуется информационная, да, война. Блин, да я пытаюсь сказать о том, что надо все вузы закрыть. Нет, вот, возьмем пример, нашего. Сейчас, Динар, я закончу. Это демагогия. Это не демагогия. Возьмем пример. Дайте мне закончить. Вы же не даете мне закончить, вы говорите. Это демагоги. Возьмем пример нашего казахского национального вуза, крупнейший вуз страны, да, 30-40 тысяч студентов, да. Мутанов проработал там 10 лет ректором, да, 10 лет. Они в каких-то рейтингах что-то куда-то какие-то места там занимали, да. По факту, когда он оттуда вышел, туда зашел счетный комитет, там нашел просто информацию там на 10 уголовных дел, 20 лет можно за это дать, понимаете? Это все, вот эти разговоры о крутом образовании, исключительно для того, чтобы зарабатывать. Там есть примеры, когда вуз выплачивает деньги за разработку проектно-сметной документации под строительство новых объектов и не получает это ПСД в течение там 8-10 лет, но продлевает эти соглашения, деньги вышли уже. То же самое, бассейн они открыли, Баландина назвали. Построили с нарушениями. Нет, снаружи, чем чуть-чуть. Вы говорите? Я говорю давайте о том, вернемся. Что вузы, я поняла. Я говорю о том, что наши вузы государственные, да, они такие же некачественные. Возьмем вот пример еще один. Вот этот Джинпи. Казгу вы сказали, да? Нет, государственные вот вузы. То же самое. Надо... Аудит провели, тоже нашли нарушение на 200 миллионов. Уголовное дело. Кусок земли 10 гектар, вот Базарбек этой темой называется. 10 кажется, гектар везде можно найти. Потому что это
Это не образование, это просто люди садятся на тему, зарабатывать деньги, бизнес делать. Вузы, которые совершенно не соответствуют требованиям, их все-таки надо закрывать. Которые там, бывает, знаете... Ну, Казани не соответствует, мы можем его закрыть? Можно мне сказать? Угу. Да, ну, то есть вот там просто подъезд, например, вот тут живут дома, тут подъезд, университет. Да? Там даже нет аудитории, там нет преподавателей. То есть есть какие-то требования, если им не соответствует, его надо закрывать. В случае, когда с такими вузами систем, как КазГУ, там ЖНПИ, да, говорить о том, что их надо закрыть, это демагогия. Но что надо менять руководство, менять политику. А о том, что вот, вот эти нарушения, это системно менять государство наше. Чтобы коррупция была невозможна, сажать за коррупционные преступления, увольнять, несмотря на оставить фамилии, молодых, да. Современных. У нас сейчас вполне много вообще выпускников западных вузов, которые там PhD, их назначать ректорами. Вопрос был такой, wish-list, я думаю, что тебе нужно записать просто интервью с министром образования. Он же не хочет, я что ему говорю? Я думаю, что после такого подкаста он захочет. Гульнар, у вас есть такой wish-list? Вы знаете, я специально его не составляла, но в голове вот так вот, на скидку. Я просто могу сказать, что я, например, не раз обращалась, не смейте сейчас, да, в пресс-службу Нурсултана Назарбаева. Вот я, меня они сами приглашали на интервью, вот такое коллективное. Да, за круглым столом здесь пару лет назад. Я просила, после, я прямо обратилась к Нурсултану Назарбаеву. После этого интервью я так-то не пошла, я говорю, Нурсултан Абишевич, пожалуйста, дайте мне личное интервью. Что интересно, он не сказал ни да, ни нет. Он начал шутить, потом там все собрались, он говорит, а возьми вот у него, тогда был Джексикбеков, руководителем администрации президента. Он свел к шутке, он не сказал, нет, Гульнар, я тебе не дам. Типа, что ты меня там критикуешь, что ты пишешь обо мне плохо иногда. Я бы взяла у него интервью, мне было бы интересно с ним поговорить, хотя я знаю, что многие темы, наверное, бы там перед этим не сказали бы, там об этом не говорить. И я не знаю, как бы я там поступила, но мне просто интересна личность человека, который 30 лет нами, да, управлял страной, мне это интересно. И я думаю даже, что, ну как, извините, время идет, человек может уйти, да, а вот этих вот паркетных интервью, которые с ним делают, людей, влюбленных в него, без критического взгляда на него, у меня есть критический взгляд на него, как я даю ему и должное, да, и есть и критический взгляд, таких вот никто не брал у него. То есть, а все-таки человек должен давать также интервью тем, кто да. Не так уж в тебя влюблен, да? Вот. Я думаю, вот его пресс-служба, она делает ему медвежью услугу, что вот человек уйдет и не останется каких-то вот хотя бы одного человеческого такого, интервью, да? Человеческого, может быть, неудобного, может быть, где он будет не совсем ему комфортно, но мне бы хотелось, да. Я с вами согласна, потому что Михаил Зыгарь мне сказал, что когда он пишет книги, вот он написал «Все свободны», да, про выборы Ельцина, и он говорит, мне не хватило именно историй из жизни, то есть таких вот жизненных историй, то есть все паркетное, все такое официальное, поэтому я с вами согласна. А эти люди ведь не думают, что история, она идет, она уходит, да, уходят люди, уходят свидетельства, а нам ничего не дают. Даже у нас, вот смотрите, у нас там олигархи, у нас крупные политики, о ком-нибудь есть биографии, это же ужасно, ни о ком не пишется биография, поэтому потому давайте что... Давайте интервью, и я уверена, что и Гульнара Башкенова, и Михаил Казачков останутся в истории нашей журналистики. Я вас поздравляю с этим.